Именно на такой позитивной ноте начинался домашний матч юлаевцев с Сибирью. Победитель шоу «Голос дети» Даниил Плужников своей лучезарной улыбкой озарил уфу-арену и добавил в атмосферу на трибунах яркости, хотя и без этого игра получилась очень богатой на события. В самом дебюте хозяева очень неожиданно остались втроем против пятерых соперников. Гости поддавливали, но наши ребята выстояли, а потом и забили сами. Быстрый перевод шайбы в чужой зоне и на бросок выведен Захар Арзамасцев, который был точен 1-0. Удвоили свое преимущество игроки Салавата уже после экватора игрового отрезка. Инвер Лисин сделал все для того, чтобы Игорь Макаров порадовался заброшенной шайбе. У нас бывают провалы в начале игры. Сегодня мы начали сразу с первых смен, можно сказать. Ну, хотя удалились, там 3 на 5 остались. Но ничего, вернулись в игру и переломили ход и выиграли. Вторую 20-минутку Сибирь должна была начинать в большинстве, но сама себя лишила такой возможности. Новосибирцы дольше положенного были в раздевалке и получили свои заслуженные 2 минуты за задержку игры. В целом же второй игровой отрезок больше удался хозяевам. Подопечные Игоря Захаркина атаковали много и классно. Усилия не прошли даром, уфимцы забросили трижды. На старте периода отличился Дмитрий Черных, впервые забросивший за Салават 3-0. Незадолго до перерыва его почин поддержали Линус Умарк и Захар Арзамасцев, которые забили с интервалом в 23 секунды. При этом хозяева строго сыграли в обороне, поэтому новосибирцы забить не смогли. Каждый матч хочется играть на ноль, как бы и помочь и вратарю, и Нике, чтобы как бы приходила уверенность в команду. Каждый раз на собраниях мы говорим, что надо сыграть строго в обороне. В заключительном игровом отрезке уфимцы наглядно продемонстрировали, как они умеют играть на удержание счета. Хозяева очень редко ошибались, а когда это и случалось, Николас Свэдберг был великолепен. В атаке моменты у юлаевцев возникали достаточно регулярно, но забить удалось лишь раз. Коротков, Майоров и Лазарев разыграли шикарную трехходовку, которая завершилась броском 9-го номера Салавата в касание 6-0. Ну, мы начали безобразно, потому что Сибирь на самом деле могла на первых минутах решить исход этого матча. И это, конечно, необъяснимо с точки зрения ни логики, ни квалификации команды. Мы тоже будем разбираться. Дальше удалось выстоять неравенство. И это, видимо, было определяющим моментом, чтобы встряхнуть команду. Это дало нам возможность серьезно поговорить с командой. Игра с новосибирцами явно удалась юлаевским хоккеистам. Единственный момент, который нужно исправлять – избавиться от необязательных удалений. В остальном уфимцы и так выглядят более чем достойно. Эдуард Хизбулин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».